Команда Будабара. Мы следовали их советам, следовали, дизайнер был с Франции, и мы сделали, привнося свои какие-то там изменения, которые мы знаем о Санкт-Петербурге. Соединение ресторана, бара, клуба, это круто, это хорошо. То есть притягивает много людей. Кто-то хочет поесть, кто-то хочет посмотреть какую-то программу, послушать музыку. Ты можешь найти здесь все. Поэтому в этом и есть, наверное, заключается успех этого места. It's lovely. It's unique. I mean, each Buddha bar have a soul, and this one particularly have a really amazing soul because the space, the venue, the atmosphere, it's very romantic. So amazing place, beautiful. Well done. Музыку из Будабар. Все собирали диски, сейчас сегодня мы все скачиваем это где-то. Ну, соответственно, музыка и хорошая вкусная еда. И модные люди. Действительно, очень красивый интерьер. И вот не просто богат, а с хорошим вкусом. Почему я возвращалась в разных странах в этот ресторан? Потому что было именно очень вкусно, такая азиатская еда, блюда разные, и острые, и пляри, и морепродукты. Я прям впечатлилась, потому что мне кажется, что здесь круче даже, чем в Дубае уж точно круче гораздо. Вкусная еда, шикарная музыка и очень хорошая атмосфера. We'll be right back.